Итак, уважаемые подписчики, вам всем последние видосики по изидропу заходили прям невероятно. На многих роликах больше 100 тысяч просмотров, больше 10 тысяч лайков, а это значит, сегодня я разыграю 1500 рублей на одного победителя. И ваша задача написать на этом видео 2000 комментариев. Флудите, создавайте фейки, можно писать больше 15 комментариев от разных аккаунтов. Короче, мы начинаем этот легендарный видос. Садитесь поудобней и приятного просмотра. Итак, друзья, у микрофона, как всегда, Бог, мы на сайтике EasyDrop, и, как вы видите, у нас 20 тысяч рублей на балансе. Снова с вебочкой, и, кстати говоря, EasyDrop, господи, какое же невероятное событие. Сайт топовый, номер один сейчас по открытию кейсов, по-любому, по просмотрам, по дропу, по всему, просто что стоит зайти в топ пользователей. За час, это, бля, просто... У нас 20 тысяч на балансе. 20 тысяч. Я сделал это с 3 тысяч, но не записал. И решил начать запись, пацаны. Никакая не реклама. Могу даже ссылок не оставлять, если хотите. Просто есть мой кейсик, и на него я оставляю ссылочку. Типа, вот он, как раз-таки, вот он. Он меня сильно окупал. И причем сегодня и вчера вообще, то есть этот кейс имбовый для меня. Не знаю, как там, иногда окупает, иногда нет. Может, попробуйте, ссылка в описании будет, если надо. Именно на кейс, не на сайт. Смотри. У нас доступен бесплатный кейс. За сегодня я пополнил баланс на 8400. Я посчитал по калькулятору, чтобы нам открыть самый дорогой кейс, опять, за который 30 тысяч деп, да, нам нужно закинуть 21 600 рублей. Сейчас я через Сбербанк закидываю эти деньги, пополняю, все это будет замазано, естественно. Нажимаем отправить и ждем. Надеюсь, платеж пройдет. Не удалось провести. А что ты, офигел что ли? Короче, пацаны, давайте я сейчас задепаю эту сумму, и мы вернемся. Че это, как это не удалось провести? Так, ребят, пришлось депать через Киви. Депнул пятнашку, потому что дольше 15 тысяч больше нельзя. И сейчас еще семерку докинул. Через карту что-то не получилось. Возвращаемся в магаз, и по идее у нас больше 40 тысяч будет. 41 тысяча рублей на балансе. Если ты не поставишь на этот ролик 10 тысяч лайков, то я больше не буду снимать такие ролики, дружище. Поддержи меня. Теперь нам доступен этот кейс. Нам он доступен, вы понимаете? 41 тысяча на балансе. Дружище, ты должен поставить лайк. Я депнул просто невероятную сумму. Это пиздец. Я сейчас Киви закрою, все вот это вот. Ну, это много. Это действительно много, зритель. Поэтому не будь жадиной. Подержи меня пальцами вверх. Ну, а мы сегодня пришли на изи-дропчик, чтобы открывать, чтобы убивать 40 косарей. Я задепал 40 косарей. Ты понимаешь? Это нихера не смешно, пацаны. Это очень дохуя. 2900. Блин, классный. Я хочу... Давайте сегодня реально по максимуму забирать этих скинов. Изи-ножи тоже. То есть баланс у нас прям хорошо позволяет сегодня открывать. Угу. Давай откроем вот так вот. Ножик. Нету ножика. Печаль, беда. Еще давай 3 раза. И после этого момента я предлагаю открыть кейсик, который стоит 30 тысяч. Бесплатный который. Императрица. Нихера себе. Просто... Что валит изи-дроп? Давай, раз. Чуть-чуть прям. Два. Ух ты, ёпта, все нормально. Давай еще. Раз. И два. Ебать, еще один. Давай еще тогда. Ебать. Вы это видите? Вы это видите? Охуеть. Ну-ка. Будет хоть один? Не, не будет. А вот так? Ой, есть, есть, есть контакт. Еще разок. Пожалуйста. Нету ножика. Все, пацаны, ГГ. Г. Г. Ну да. И последний. Ну давай, ну как-нибудь. Ну ножик, любой, любой маленький ножик, слабенький. Раз, два, три, четыре. Ну, сука. Пацаны, все, пошла открутка. Ладно. И все, вот на этом точно все. Все. 10, продаем все. 32, а было 40, не круто. Открываем бесплатный кейс. Поехали. Блядь, там говно. Там 100% говно. Ой, ну вы лайки поставили. Ебать, остановись. Остановись. Сколько, сколько, сколько. Ебать, а чё меня тут нету? Топ-пользователи. Ебать, а чё это, не прогрузилось, что ли? Ну-ка. А, во. Ебать. Ребят, ну это, короче, хорошо. 32 тысячи, нормально. Очень достойно. 32 косаря, это хорошо прям было. Так, так, так. 1900. Не, ну вот этот ножик надо забирать по-любому. Парадокс, убийство. Просто давай 10 тысяч лайков, блядь.
О, я знаю, что вам нравятся ролики по Easy Drop. Знаю, 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 пацаны. Мне тоже нравится их снимать, по секрету вам скажу. То у нас еще есть 30 косарей на балансе, ты понимаешь, дружище? Типа, это дохуя. Мы задепали 40, уже 35 выносим, у нас еще 30 на балансе. То есть явно что-то обязательно, вот, что-то выпадает обязательно. Два юспика, в принципе, на пятерик. Ну, нормально. Косарь минус не так уж и плохо. Тут уже похуже. Ну неужели открутка-то пошла? Ты чё, гонишь? 300. Последний. 500, 500. О-о-о. Блин, наверное, надо было на 30 тысяч топ-кейсов открыть, но они могли бы тоже вообще ни хера не дать, понимаете? Или апгрейды. Вот 3600 контракт. Выдай что-нибудь по-братски. 8 косарей бронзу перчаточки. Хорошо. Хорошо. Бля, идти. Чё открыть-то, пацаны? Чё бы вы на моем месте прямо сейчас сделали? Чё бы открыли? Напишите. Так, 1900, может быть, изи перчатки какие-нибудь. Так, 2000 пойдет. 1100 не пойдет, ну-ка. Блин, что-то так себе падает. Не, мы окупились, мы сегодня в ноль забрали, то, что выбили, то и забрали, типа, можем забрать, да, вот у нас 40, да какие даже 40, 35, 30, 43 тысячи есть. Хайпербит за 1000 рублей, можно его попробовать апгрейднуть пару раз, не знаю, но ролик по-любому удался, ребята. Бля, ну как всегда. Так. Изи перчатки. Раз. Ох, блядь, вот это хорошо. Вот это мы влетели сейчас. Я аж, ох, вот это вот эмоция. Так, 700 рублей. 100 рублей. Все, наверное, надо топ-кейс открывать, пацаны. Ну, реально, надо топ-кейс открывать, походу. Все, давайте откроем. Пожалуйста, выпади из тебя, блядь, что-нибудь. Ну, что-нибудь. Там, блядь, вот эта хуйня, я увидел. 750 рублей. Вот непонятно, продавать, не продавать. По сути, можно и забрать это все уже. Блин, ни хера не окупает больше. Забрать, не забрать, пацаны. Но, наверное, надо что-то продать. Вот этот ножик надо забирать. Перч продать или что? Я просто хочу топ-кейс, а он, блядь, говно неокупаемое. Топ-кейс. О, косарь. 100, 1000, 4, 700, ну-ка. 3. Полторы. 3. 1000. Все, пиздец. Крутка пошла полнейшая. Просто просадили сейчас перчи, пацаны. Оп. Не знаю я, короче. Давай заберем, давай реально заберем. 43 тысячи. Жалко, что перчи просадили. 200 рублей. Нам какой-то кейс должен был доступен быть, по-моему. Сейчас посмотрю. А, во, вот эти бесплатные кейсы нам доступны сейчас. Может, что с них выпадет? Не, ну с них ни хера не выпало. Так, ну скины приходят. Скины приходят, это уже радует. Давайте хотя бы до тайного дошкребем. Так, оп. Все, тайное можем открыть. Нифига, правда, не выпало. Ну ладно, 30. 30. 50. Ладно, 4 сотни, пацаны. Ну, на 4 сотни, ну, объективно, можно что-то интересное открыть. Можно сорвикуш дернуть 10 раз. Давай. А давай попробуем. Давай. В принципе, ролик не супер долгий. Обычно по изидропу выходят подлиннее ролики, но нормально. Мортис выпал. Смотри. Он может стоить денег. Он может. 333. Не может. 195. 24. 156. 27. Все, пацаны, реально. То есть изидроп. Так, изидроп. Изидроп нам, походу, говорит, давай, братан, 240, что-то выпадает, но все равно такой, типа, давай, братанчик, завязывай, закругляйся. Ну да, пора бы уже, пора, ребят, закругляться, наверное. Что у нас там по Steam-профилю, наверное, давай зайдем. Не, сейчас ничего не выпадет. Да, ничего не выпало, фак. 46 рублей, ну давай, на последнем. Оляк! Ну что, будем забирать, нормально. Парадокс у нас уже пришел, кстати, что-то у меня какой-то баг или с ТМом баг. Он уже доставляется, то есть я запись не выключал, ничего, смотри, заходим в инвентарь. И парадокс уже здесь, вот он. Паракорд, парадокс, блядь. Паракорд, сори, какой парадокс. Ну и перчатки сейчас тоже нам дойдут, наверное, уже, ребят. Спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на мой канал. У микрофона был Бог, это был Easy Drop. Фух, жесть, нормально прям, хорошо выпало. Пока-пока.